Метель посреди весны, мокрый снег, дождь, порывистый ветер, климатические реалии ближайшей недели. В минувшую пятницу термометр сразил рекордным плюсом. В понедельник страну накрыл мощный снежный фронт. Настроение супер весеннее. Ну, снежок, ну, зимой не было. Весной снежок увидим. Вчера было тепло, плюс 16, ходили уже почти в майках, сегодня холодно. Хочется тепла немножко. Европу тем временем также захлестнули морозы. Арктический фронт пронесся по России, Украине, Литве, Латвии, Великобритании. В нескольких районах королевства выпал мокрый снег. Осадки и заморозки метеорологи здесь прогнозируют на всю предстоящую неделю. Во вторник в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Снег пройдет только ночью и только по востоку страны. Местами на дорогах, возможно, гололедица. Температура воздуха 31 марта ночью от 3 до 9 мороза, днем плюс 7. Автолюбители, которые запланировали переобуться, по настоянию ГАИ должны с этим повременить. По крайней мере, до наступления плюсовых значений по ночам. Кристина Риянс, Андрей Богдан, Максим Галионко. Бобруйск 360.